Субботнее морозное утро. Лыжники, болельщики и просто любители активного отдыха собрались на базе «Снежинка». Сегодня здесь соревнования по лыжным гонкам. Эти состязания – еще один вид спартакиады трудящихся. Участники – трудовые коллективы Губкинского. Я не знаю, как ощущения передать, но когда я пробегаю, у меня и на душе спокойно, и мне очень нравится. Спорт – это же жизнь. И поучаствовать, адреналин, и на природе. Сегодня покорять лыжню вышли более 30 человек. В команде по 7 участников. Каждый старался выложиться на все 100. Ведь на этих соревнованиях от индивидуального результата зависел успех всей команды. Я знаю всех соперников. Посмотрим по дистанции. Женщины бежали 3 километра, мужчины 5. Первыми на лыжи стали представительницы прекрасного пола. Преодолев трассу и добравшись до финиша, поделились впечатлениями. Я пока не знаю, результат мне неизвестен. Вот, тяжело было бежать. Трасса хорошая, но лыжи плохо катили. Погода холодная, как бы тяжело было. Спартакиада трудящихся – возрождение советской традиции. В Губкинском такие состязания проводят уже много лет. Участвуют, как правило, обычные люди. Спортсмены-профессионалы не допускаются. Отлично все. Тяжело. Первый раз на лыжах тяжело. Первый раз на лыжах в этом году или вообще? Да, я вообще сама с Беларуси приехала. Вот, на соревнования. Тут «Белжнефть». Вот. Бежалось тяжело, холодно. По итогам соревнований золотыми призерами спартакиады стала команда «Ямал-Газовик». Серебро у лыжников «Беларусь-Нефть». Бронза досталась ребятам из команды «Спецавтоматика». Всех участников наградили грамотами и кубками. Елена Канина, Алексей Магин. Новости Губкинского.